digan que se me dé por tu pena. Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena. ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra. Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta y sacude duro. No te quite ahora, que tú solo empieza. А в красный угол ринга приглашается его соперник Александр Дурыманов! Господа, знакомьтесь с соперниками. В синем углу ринга боец, рост 164 сантиметра, возраст 24 года. Чемпион Ставропольского края по ММА. Чемпион Ставропольского края по тхэквондо. 6 побед, 2 поражения. Из города Ставрополь, Россия. Приветствуйте, Шахбан Алиев! Его соперник в красном углу ринга, боец... Рост 170 сантиметров, вес 65 килограмм 950 граммов, возраст 23 года, победитель и призер международных турниров по армейскому рукопашному бою, финалист Кубка Черного моря 2012, 2013 и 2014 годов. Из города Краснодара, Россия, приветствуйте, Александр Волкодав Дурыманов! Рефери в ринге Ашота Шуген. Ну что же, четвертый, последний четвертьфинал. Предупреждение, минус балл. Внимательно слушаем все команды. После команды стоп, не работает. Что же, сразу предупреждение, минус балл. Вот так начинается этот поединок. Затылок, позвоночник не бьет. Опять же, ускользнуло от моего внимания, от внимания коллег. Что же послучило причиной такому началу? Итак, Шахбан Алиев против Александра Волкодава Дурыманова.
6-2. 6 побед, 2 поражения. Именно такой послужной список у Шахбана Алиева. Александр Дурыманов имеет 6 побед и 3 поражения в своем активе. 23 года этому бойцу, на год старше всего лишь Шахбан Алиев. Ну и большую часть своих поединков Дурыманов провел именно под эгидой Техкрепа. Известный в Краснодаре боец, известный боец в России и Ставрополя Шахбан Алиев. Вот сейчас идет он, но несмотря на то, что базовый ударник, очень неуверенно так пошел вперед, забрасывая переднюю правую руку. Попадает сейчас с левой Алиев. И спасибо большое редактору трансляции Алексею Володину. Подсказал он мне, что минус балл был Шахбана Алиева за перевес. Не уложился он в категорию до 66 килограммов. И вот так вот уже начинает с определенной форы этот поединок Александр Дурыманов. Попадает сейчас тяжело Дурыманов навстречу. Еще раз левый боковой. И дезориентирован совершенно Алиев. Отличный бросок проводит Дурыманов. Полубедро, полупередняя подножка. Полуподхват даже. Фулмаунте Дурыманов. Пять побед нокаутом и одна победа приемом. Вот так вот все свои победные поединки досрочно завершил Александр Дурыманов. Алиев защищается, и, наверное, не самое было лучшее решение перевести поединок в партер. Несколько тяжеленных попаданий удались Александру Дурыманову. Не просто приходится Алиеву. В общем, в партере делает Александр сейчас все, что хочет, меняет позицию. Но, в общем, и фулл-маунт тебе было хорошо. Сейчас такой халф-маунт. Позиция, по сути, ухудшается. Блокирует ногу Александра Шахбан. Первые две минуты этой встречи просто кошмарными получились для Алиева. Очень много он напропускал. И вновь в фулл-маунте Дурыманов. Но, в общем, видно невооруженным глазом его преимущество в партере. Пытается сейчас он расстрелять своего соперника. Отдает спину Шахбан Алиев. Деваться ему совершенно некуда. Контролирует полностью своего соперника Дурыманов. Опять тот переворачивается. Вновь попадает под град ударов. Внимательно рефери следит за развитием событий. И, в принципе, уже призывает он Алиева более активно обороняться. Готов рефери остановить эту встречу. Но останавливает вот эту ударную свою серию Дурыманов. И вновь начинает ее. Посмотрел, есть ли вариант для перехода на болевой прием. Вынуждает опять Дурыманов Алиева перевернуться, отдать спину. Просто уже закрывается от этих ударов Шахбан. Ничего практически он не предпринимает. И рефери еще раз делает предупреждение ставропольскому бойцу о том, что необходимо активнее обороняться. А, и заканчивается этот поединок. Чуть более 3 минут понадобилось Александру Дурыманову для того, чтобы завершить эту встречу яркой победой. Ну что же, сначала в стойке. Сейчас увидим мы повторы. Несколько тяжелых попаданий получил Шахбан Алиев. Затем перевод и, в общем-то, работа в фулл-маунте. Очень уверенная ударная работа. Шахбан Алиев терпит поражение и, в общем-то, по делам. Ну, по делам в смысле, что все справедливо. И провесил этот спортсмен. И, в общем-то, здесь Александр Дурманов. Вот видим как раз ключевое попадание, после которого Алиев попытался сам перевести поединок в партер. Подхватом бросает его Дурыманов. И вот уже финальное добивание. Но если и были какие-то козыри в рукаве у Шахбана Алиева, то продемонстрировать он их не успел. Итак, мы с вами уже теперь знаем всех 4 полуфиналистов. Prime Selection, весовой категории до 66 килограммов. Роман Авдал, кстати, который дважды встречался с Дурымановым и оба раза проигрывал ему. Евгений Бондарев, Ержан Естанов и Александр Дурыманов. Ну, из этой четверки, пожалуй, можно выделить Евгения Бондарева как такого однозначного. Ну, во всяком случае, потому что он показал в четвертьфинале однозначного андердога. Роман Авдал, Ержан Естанов и Александр Дурманов очень уверенно выиграли свои поединки, показав, в принципе, хороший бой. И
тем интереснее будет смотреть полуфинальные, а затем и финальную встречу. И это значит, так как состоялись уже 8 поединков Grand Prix Selection, Prime Selection 2015, это значит, что нам осталось с вами посмотреть три главных поединка, три поединка мейнкарда сегодняшнего вечера. Коротко вам их проанонсирую. Артем Шокало и Бахтияр Аббасов. Украина против Азербайджана в первой встрече. Диего Гонзалес, Ярослав Амосов. И главная встреча вечера — Джеймс Максвини против Дениса Гольцова. В красном углу ринга Александр Дурыманов. Поздравляем Александра Дурыманова с победой в этом поединке и с полуфиналом.